Короче, всем привет, и это мой последний учебный день, точнее не учебный, у нас просто сегодня последний итоговый классный час. И поехали! Пяу! В общем, через Zoom у нас будет проходить последний классный час в этом году. Мы будем подводить все итоги, вспоминать, что мы сделали за этот год и все такое. Также я вышла отличницей, можете полюбоваться на моей оценке. Правда, в этой четверти. В году у меня 2 четверки по математике и по русскому. Это грустно. Вот. Я сделала себе кофе. Сижу, пью кофе и жду конференцию. Я уже в нее вошла, и надо просто дождаться, когда начнется. Также мы будем читать стих нашей преподавательницы. Вот. И поэтому мне надо зайти ВКонтакте, потому что я не могу запомнить почему-то свою фразу, потому что я прочитала, наверное, только 2 раза. И сижу, почему-то смахиваю кисточкой с компьютера пылинки. Как думаете, это нормально? В общем, а также сегодня мы с вами будем собираться в деревню. Да, к сожалению, я не знаю, может быть, к радости чьей-то. Я уезжаю в деревню. На неопределенный срок, скажу вот так. Где-то на 1-2, максимум 3 недельки. Вот так вот. И да, я еще вам не показала, что находится у меня на стуле. Потому что в кадре сзади все должно быть красиво. В общем, у нас уже очень давно закончился классный час, просто я очень сильно ленилась, чтобы снять это видео, продолжить его, потому что мне надо будет выложить его завтра рано утром, ну, на премьеру поставить, потому что завтра уезжаю в деревню. Я как бы рада, но я не рада, что я не буду снимать на YouTube, и я очень расстроена, но обещаю, я приеду и выложу вам видео из деревни. Собственно... Я отличница, у нас в классе за эту четверть 13 отличников и 11 хорошистов. Представляете, у нас отличников больше, чем хорошистов. А еще у нас 6 человек закончили с тройками. Но это я вообще не понимаю, как так возможно. А в году у меня вышло 2 четверки, и у нас 6 отличников в году. Все умники, все красавицы. Да, в общем, вот так вот выглядит моя комната. Самое лучшее место в вашей жизни — это мой рабочий стол. Ей. Тут даже есть моя помадка. Смотрите, как я ее сделала. Прикольно. Вот, я ее просто обклеивала наклейками. На самом деле она была полностью прозрачная. Но потом я покрасила, а потом наклеила наклейки. Вот такая вот она. Это самый обычный блеск для губ. Вот. Тут я скидывала своим одноклассникам в нашей группе видео про Новый год. Вот. Тут у меня куча моих наклеек. Ага, и тут мои наушники лежат, почему-то без футляра, тут мой пенал, а тут чашка из-под кофе, и тут листочек, который был очень жестоко истрачен, а тут куча как бы одежды. А еще я расправила кровать случайно. В общем, сейчас будем убираться, а потом будем собираться в деревню. Доброе утро. Сейчас мы пришли гулять в парк. Я хочу спать, а еще в деревню мы не поедем, потому что там все затопило. Здравствуйте. Thank you.
где не было людей. Ну, вон там вот идут парочка. Вообще. Паря, короче, едет на площадку. Для роллеров, да, так называется? Вообще не знаю, как она называется. Ой, давай я заберу. Я покаталась на пениборде. У меня достижение. Сейчас Варя продолжает кататься вроде. Да, она продолжает кататься. А я иду качаться на качельку, пока в парке никого нет. Я не знаю, как меня слышно, поэтому буду разговаривать громче. Мы идем домой. Мы нагулялись. А еще я хочу кушать. А еще она научилась делать трюк. Да, я его вам вставляла уже в монтаже. А, я вот. Когда просто вода. Я молодец, я научилась делать трюк. Короче, нагулялась. И Варя пошла по другой тропинке домой. А я вот сейчас иду к себе домой. И еще я тоже хочу пениборд. Не знаю, сказала я это или нет. В общем, все очень интересно произошло. Я пришла домой, сказала, что хочу пениборд. И мне заказали пениборд. Просто ребенок счастлив. А еще я просто ушла рано утром. Мне что-то позвонила Варя, такая, типа, ты где? И я такая дома, лежу в кровати, меня должны были разбудить раньше. Ну что-то не разбудили, я такая встала, подскочила, пошла маме, сказала, и она меня отпустила гулять, я просто ухожу такая 8:16, за 10 минут собралась. В общем, сейчас покажу вам свои рисуночки, буду дальше рисовать. Мне заказали пениборд, вот тут будет фотография, и сейчас мы за ним пойдем. Но после обеда мы пойдем за пенибордом, наконец-то. Эй. Короче, это герой из мультиков, это Симба, это Ариэль, а это Облачко, я не знаю, как она называется. И из «Время приключений» вроде бы. Мне кажется, очень даже мило получилось. Это типа я не могла разговаривать в магазине, а мы стоим и ждем пениборд. Короче, купили мы это чудо и забрали его. И оно теперь у меня тут есть, и я на нем кататься вышла. Ну, что-то не катаюсь, потому что дорожка не очень ровная. Я буду пытаться, честно. Короче, сейчас вы увидите первый в мире самокат-эскейт электрический. И мы опять пошли в парк у Волги.
ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Я всех люблю. Пока-пока.